Привет! Сегодня распаковка посылки из мыла Опт. Для тех, кто не знает, это магазин материалов для мыловарения. Но там не только есть материалы для мыловарения, там очень огромный ассортимент. Это компоненты, всякие косметические ингредиенты, активы, ароматизаторы, масла. То есть очень-очень много, по очень хорошим ценам. Я заказывала для себя масла и экстракты. Посмотрим, что тут прибыло по посылочке. Посылочка пришла вся целенькая, вот в таком виде. Стоимость доставки посылки по Украине новой почтой вообще вот такой вот стоит 45 гривен. Но на сайте есть хорошая такая вот у них услуга, как бы доставка с какой-то скидкой. Ну, в общем, 35 гривен фиксированная цена, но я заказывала бонусами, рассчитывалась. Мне она вышла 45 гривен как бы. Вот, ну, посмотрим, что там сейчас внутри нам прислали. Вот так. Семь позиций. Из коробочки пахнет белой глиной. Масло авокадо, касторовое масло, горчица, пепельное, экстракт маргаритки, экстракт петрушки, ну и молочное. Экстракты я беру для себя как средство для удаления макияжа, как средство для умывания. И цена такая вот экстракта маргаритки, к примеру, стоит 18 там, с копейками. Касторовое репейное масло я применяю в масках для волос. В маску с масел я добавляю сок алоэ, один желток обязательно и желатин небольшое количество. Все это на 2 часа и результат очень замечательный. Спасибо большое мыло Опт за материалы. Будем становиться здоровее и красивее.